Друзья, мы в Перлоплатинум. Привет всем, Ильяс, привет. Привет, привет. Привет, Ромка. Привет. И как раз я попал в такой промежуток, тут мои зрители из Акуржалара, из это отеля. Это твои клиенты, которые... И сейчас ты еще поедешь тоже, да, еще за одними моими зрителями. Сейчас я ее отправлю в отеле, в другой заберу. Расскажите, как вам Ильяс, скажи, как вам сервис, как вам цены Казахстана. Говорит, привет, Казахстан. Албай. Да? У вас там холодно, вы теплые вещи покупали, да? Парковник. А. Добрый день. Мы прибыли в Турцию отдыхать. Из Казахстана, из города Астаны. У вас сейчас сколько градусов там на родине? 7 было уже. 7. Мы уже остались как братан. Может, мы скоро будем честно. Большое хочу, пользуясь случаем, большой рахмет сказать моим братьям. Познакомились. Нашли общий язык. Друзья. Координатами обменялись. Телефон дал я свой. И мы будем занимаем приезжайте. Бизнес, правда, да. Думаем. Ильяс, да. Рахмет. Ильяс, Рахмет Аслан. Покупочки. Пакетов много, я вижу. Да. 5 вещей. Да, вещей купили. Скидки так, хорошие Ромка сделал. Остальная информация сводна. Моя стилист, дизайнер, да. Менеджер. Аслан любит Аслан. Рассказывать. Он так на полчаса Аслан может. Ильяс отвозит сейчас. Они молодцы. Спасибо, Рахмет им большой. Сразу куртки подшили. Все, в размер. Одел и носил. А, и даже подшивали вам, да? Да, все. Да, подшивали, да, пока вы здесь прям были, да? Да, мы гуляли. Обалдеть, о, как классно. Подшили. Все, Ильяс, с тобой увидимся через неделю, пока. Все, вам хорошего большое. Отдыха. Процветания. Спасибо. А кто нас повезет? Да, спасибо. Спасибо. А Ильяс повезет? Да, да, да. Вы чемодан купили, да? Да. Все, трансфер, друзья. Ильяс привозит, увозит. Ссылочки в описании. Все бесплатно привезут, отвезут. Увезут, завезут. Все, счастливо. Мы со Сланом сейчас покажем что-нибудь новенькое. Смотрю, мужских больше появилось. А кто скучает за Ильясом, через неделю вы его снова увидите. Так, давай. Сильно не растягиваем сразу. А то у нас с тобой всегда получаются такие длинные. Давай мужских немножко покажем, самые ходовые какие, да? Теплые. Сейчас я с вами приеду. Я с вами приеду сейчас. Вот это зимний вариант. Это все то, что подходит для Казахстана. Да, конечно, конечно, конечно. Еще такой модель мы новый принесли. Это почти минус 40-45 градусов. И дальше. Здесь мужской идет. Вот это давай модель. Посмотрим, да, интересно. Вот это очень красиво. Это новая, вот, да, модель? Это новый, видел. Да. Это новый, это замши. Спортивный вариант. Ага, ага. А ну тоже, да, достань ее, да, посмотрим. Вот это примерно минус 30-35 градусов. А так она не тяжелая, да? Не, легкий, да, легкий, да. Это меха, это кожа, это ягненок. Это ягненок, да. Он теплый, да? Да, теплый, конечно, да. Вот такой-то мужской здесь, такой свет есть. Для модных, да, молодежи. Да, на модно. Вот это настоящий, молодежь. Это настоящий земля, питон. Питон, да. Вот это такой, да. Синенький, прикольный. Угу. Еще дальше, вот это мужской. Мужских очень вот, много, да. Друзья. Мы показываем, может, всегда больше женских, но потому что дамы больше любят смотреть, как бы вечно. Вот это тоже новый. Когда мужчина придет, вы тут выберете тоже все. Тоже новый. Вот такой модель, пожалуйста. Угу, популярный в этом сезоне. Это популярный. Вот это новое, я тоже не помню. Это лазерная, да, называется? Да. Такая нежная. Ну, это, там много моделей есть. Я не могу, буду сказать, это самые ходовые. Все ходовые, все красивые. Вот, пожалуйста. Тоже это старая модель, но красиво. Да, очень хорошо продают. Дальше. Вот это здесь. Вот это такой. А вот эта модель. Это тоже лазерная? Сезон начинается. Ага, как он называется? Это правильно? Пилот. Пилот. Вот это старый модель, но всегда. Популярная всегда, да. Она всегда красивая. Сейчас я продаю. Еще 20 лет, наверное, буду тоже продать. Тоже, да, да, легко. А это полупилот, а тоже шикарно. Ну, да, это летчик модель. Летчик. Это летчик модель, тоже хороший модель. Угу. Вот это Louis Vuitton. Кожаный. Вот это все полный кожа, но такой еще есть. Это кашмир, и плюс который рукав, это кожаный. Угу. Комбинированный кашемир. Это мутон. Это женская у нас мужской. Уже? Мужской. Мужская, мужской. Да, ух, да, ты. Да, да, мужской. Ух, да. Ты, какой интересный. Это мужской, да. Еще прикольно. Здесь, вот это мы сегодня
вечера, извините, мы поменяем на место, потому что начало было катери на зимней, а второй этаже, угу. На тяжело было с клиентом. А, сейчас а все сюда, да? Никому было катери, человек говорит, я не хочу на второй этаже, поэтому мы что надо делать, мы все принесли одно место. Там сейчас пусто, да? Да, зимний вариант, и дни сезона уже все на женский зал одно место, входим. Да. Еще это легче будет, это еще легче, да. Угу. Вот это здесь, это все женские, зимний вариант. Дни сезона, вот это, который на меховой, надо всем это показать одно-одно. Популярные какие-то, да, давай посмотрим, хорошо. Конечно, самое, да, все больше всего продается. Да. Это сегодня мы получили, это все новые еще. Это астраган, да? Да, вот да, это астраган, астраган, друзья, очень популярная в этом сезоне вещь. Ох, тут холодно после улицы. Да, вот это фасон, это могу, я обожаю. Да, Ром. Это недели, именно вот это недели, там 4 клиента приехала, сказала, именно покажите наш. Такой, да? Это модель, который с капшоном. А цвета какие популярные, вот или это, все берут? Самое-самое популярное вот это. И это и тоже потом, красное, да? Красный. О. Вот, пожалуйста. Это очень кожа антилоп. Антилоп кожа. Но эта модель очень-очень красивая модель. Угу, угу. Еще дальше. Вот такой тоже двухсторонний, это почти зимний вариант. Теплый. Да, это потом. Двухсторонний. Да, 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 двухсторонний вот такой. Тоже и свет, вот это сейчас тоже популярная модель, тоже мне хорошо продают. Вот эта модель, это очень-очень легкий. Это тоненький, но это сейчас очень модно. Это норковый воротник, тоже двухсторонний. Интересно. Свет, очень интересный свет. Еще дальше. Вот эта модель. Это воротник леса или кто это? Это писец. Писец. Да. Это писец, да. Красиво. Дальше вот такой есть. Оранж. Тоже спортивный вариант. Угу. Тоже мне хороший продает. Еще вот эта модель. Вот, пожалуйста, модель. Тоже красивая модель. Ну, которые я все говорят красиво, красиво, конечно, красиво. Они все красивые. Потому что все красивые, это точно. Вы будете тут пить чай, кофе, отправлять фотки, советоваться с кем-то на родину. Вот это. Вот тоже новенькое. Вот посмотри, это внимательно. Надо смотреть. Стильное. Это двухсторонний, стильное. Вот посмотри. Как видно, ты видела, как дождь, как дожди. Воротник снимается. Воротник снимает, капшон это. Это капшон снимается, да. Вот красиво дальше. Очень. Это очень красивая модель. В стиле косухи там все, да. Очень много моделей. Это мы с Ильясом всегда показываем. Там оверсайз косуха много. Вот посмотри, сейчас это очень модный такой вариант. Угу. Это оверсайз. Косуха оверсайз. Обычный, который офисный вариант. Вот, пожалуйста. Такой есть раз, два, три, четыре света. Размеры все вы не смотрите, если маленький, любой размер, если нет вашего размера, пока вы здесь, вам сделают индивидуально по вашему размеру. А вот эта модель, это большой размер. Это идет 54 и 72. Вообще огромный. Дальше, вот это тоже косуха, это оверсайз. Такой есть бомбер. Вот такой есть очень интересная ручная обработка. Лазер, да? Нет, ручная обработка. А, вот это. О, это вообще это, такое очень не видно. Это очень интересная модель. Пока, вообще, посмотри, да, пожалуйста. Да. Очень интересно. Да. И вот это Микки Маус сейчас. Кожа Маус, Микки Мауса. Да, вот, пожалуйста. Кожа Микки Мауса. Вот, пожалуйста. Детские, да, курточки, да, есть также. Да, все. Вот такой детский вариант есть. И они недорогие, они стоят совсем недорого, не тем более это со скидкой с паролем Ромка Рокер. И самое главное, который уже начало, конец сезона, скоро там все равно через полтора месяца уже сезон будет закончиться, поэтому будут... сейчас цена, большая цена. Цена, да, хорошая сейчас, скидка большие. Очень большая, да, вот, пожалуйста. Астраганчик. Это астраган двухсторонний, Финишка. Это тоже большой размер есть, даже. Да, большой размер есть. Вот такой дальше. Вот это алпака. Вау. Это чистый алпака. Это одно из самых дорогих, да, что есть? Ну, не сильно дорого. Это сейчас она нормально. Сейчас она нормально. И еще такой, вот это есть лама, называется Алкантара. Вау. Тоже обалденная модель, уважаемые. Какая. Тоже очень-очень красивая модель. Да.
Шикарно. Еще такой фасон есть. Тоже двухсторонний, тоже это астраган называется. Но сейчас это, раньше была дубленка, сейчас это уже дубленка не модно. Ром, это уже никого там на Стамбуле тоже, никого уже дубленка не шьет. Только такое качество. Дальше, вот такое есть, это, могу я вам сказать, это минус 45 градусов. А что это, что это? Вот это кёрли называется, это козол, коза. Да, это коза, да. Вообще такое? Коза. И вот такой есть длинный вариант. Двухсторонний астраган. Астраган, да. Тоже очень красиво. Это популярный в этом сезоне. А вот это вот кто? Вот это тоже самое. Тоже астраган, тоже кёрли такой. Тоже такой, но это двухсторонний. Это двухсторонний. Да, тоже двухсторонний. Какой шикарный. Вот здесь это все это двухсторонний. И вот это модель, тоже популярная модель, очень легкий. Это чистый пух, настоящий пух. То есть она в морозы. И, да, и алькантара вот это. И лиса капюшон. Да. Красивейший капюшон. Тоже модель очень красивая. Да, да, очень. Тоже есть большие размеры, если да, надо. Да, есть. Еще такое есть. Вот, пожалуйста. Это что же астраган низ, это, да? Нет, это алькантара. Уже... Это лама называется. А, я понял. Американский верблюд. Он стоит дороже, чем астраган, ну, да? Да, и да, она да, конечно, дольше конечно, будет, да? Конечно, потому что это уже это шуба вариант. Дальше что такое есть? Вот, пожалуйста. Тоже очень красивая модель. Питончик тут он. Да, это настоящий питон. Тоже настоящий питон. Это тоже лама алькантара. Большой размер есть. Вот такой, который стильный. Вот, пожалуйста. А воротник это как называется? Это чернобурка. Это чернобурка. Тоже очень красиво. Здесь настоящий питон. Да. Настоящий питон здесь идет. Роскошный. Вот такой длинный вариант. Это классика длинный, но модель старый, но очень-очень ходовой модель. Вот это мы всегда эта модель мы продают. Тоже это лама алькантара, чернобурка, воротник. Здесь шуба вариант. Здесь это шиншилла. Свет, любой свет есть. Но сейчас это такое, это очень-очень модно, Ром. Это очень модно. Вот такой мне хороший продает. Такой модель. Красота. Да. И дальше, такой есть шиншилла. Вот, пожалуйста. Кто шиншиллу любит? Да. Это, здесь это зимний вариант, конечно. А кролики тоже есть? Кролик такой есть. Кролик он вот по... это примерно. Как он отличается от шиншиллы? Да. Вот это кролик. Вот это, да? Да, кролик, но Рома, это он дешево да, стоит, да? Да, дешево, конечно. Это не обычный кролик. Ага. Не который мы, ты знаешь. Ну да, да, я понял. Это называется рекс. Такой большая, на Канаде живет. Это ага, рекс. Понял. Это не обычный кролик, да. И вот такой тоже есть. Вот эта модель. Тоже очень красиво. И самое главное, здесь, который Рекс называется, и шиншилла. Вот эта модель очень интересная. Да. Там очень богатый фасон, посмотри, пожалуйста. Она роскошная. Да. Дальше, здесь косука вариант. Вот, пожалуйста. Беленькая. Беленькая, короткий. Кому любит, который отсюда рост. Это очень интересная модель. Это все косука белый. Ого. Были, не было столько да, тоже. Да, вот здесь есть эта модель. Тоже это Vogue. Это бренд, но лекала очень хороший. А кому, если любит там 3-4, который рукав, это обалденно. Вот это 4 света есть. Раз, два, три, 4 света есть, да. Такие. Еще вот это здесь спортивно такой. Эта модель тоже очень хороший продает. Вот такой Chanel модель, называется очень легкий, но как офисный вариант тоже, но это без воротником, но это легкий модель. Сразу одевает и на улице, и все. Вот такой, вот это мы, это нигде нету, только наш фирма есть. Да, это без подкладка. Это называется Donna Karan модель, но это модель очень-очень очень красивая модель, очень интересная модель, очень. Еще такое есть, это деграда называется, оверсайз, здесь кожа потом идет на замши, тоже хороший.
длинный вариант, такое пальто, мех остается, снимать можно. Угу. Вот, пожалуйста, спасибо. Длинный вариант. Вот такой модель, тоже красиво. Старый модель, но хороший идет. Вот это обычный косука модель. Угу. Британская косука модель, такой тоже, любой цвета есть. Если хочешь, может, такое тоже очень интересно, вот посмотри. Да, да, прикольно. Тоже очень красивая модель, да. Вот мы почти прошли весь магазин, хотели не растягивать, а тут так много всего, да, интересно. Точно. Вот такой косука оверсайз. Это тоже, кто? Это ягненок, но лазерная обработка. Да, да, лазерная обработка сделано, на катере, да. Тоже очень-очень интересная модель. Да. Такое впечатление, что это кожа змеи прям. Ну да, почти змеи, но это не змея. Вот такой модель косука 2 цвета, тоже очень красиво. Еще такой бежевый цвет есть, тоже сама модель. Дальше, вот это, пожалуйста, это как могу я, почти зимний вариант, но минус 5 градуса, угу. Такой тоже хороший. Вот это оранж, это двухсторонний, внутри алкантара. И оранж цвет, это сезон, мне хороший продал, именно оранж. Красивый, да. Да. Дальше, тоже там очень интересно, посмотри, пожалуйста, тоже красивая модель. А тут нет некрасивых. Да. Нету, честное слово, нету. Нету. Которые, ребята, которые некрасиво, я не покажу. Да, их нету. Точно, да. Ну, сейчас так, Ром. Все, много показали. Да. Через неделю еще покажем. Да, еще будет, да. Еще новый товар тоже будет. Новый Астраган, угу. Новый модель мы принесу. Такой вот это тоже пальто. Угу. Тоже очень интересная модель, классная, тоже, да. Очень красиво, мне хорошая продаж. Даже сегодня 2 штук мне продали, сегодня. А это что за шерсть? Это, на короче, волка похоже. Это волк, правильно? Да, да, ты, да, я да, 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 это волк, это настоящий волк. Ух да. Ты. Это настоящий волк, это а он точно. Дорого стоит, как он? Но не сильно дорого. Ну, мало из волка делают, да? Да, мало это из волка. На любителей, да? Да? Правильно, интересно, правильно. Интересно, как выглядит, он мягенький. Очень интересно, да, точно. Классно. Да. Все, не будем затягивать, Руслан, спасибо тебе большое. Спасибо, уважаемые. Друзья, трансфер, да, все, будем, чай, кофе. Обязательно, мы будем вам ждать. Именно, который вы сюда собираетесь приедете, не думайте, который, если мы не будем покупать... Не волнуйтесь будет... о ценах, вы без покупки не уедете, это поверьте точно. Мне. Только вам скинут, да. Да, я хочу вам, обещаю. Позвоните, вы где, если была, сразу мы приедем. Вам час-два потратьте, и вы останетесь довольны, сюда потом забираю. Напишите отзыв еще. Посмотрите, хороший. Если цена пойдет, если модели понравились, тогда, пожалуйста, да. Возьмите. Если нет, отвезут назад вас и все. Чай попьете, поедете домой. Попьете, кофе попьем, да. И потом я вам обратно отвезу ваш адрес. Да, так что закрепленные хорошо. Комментарии, описание под видео, все контакты. Все, хорошей торговли вам, спасибо друзья, большое. Вам хороших спасибо покупок. Вам пока, спасибо. Увидимся.